Такой ты клоун. А что не так? Ну, а дальше сапоги не продают. Вон ту куртку. 8 тысяч за кроссовки? Я вообще вон ту куртку с тиграми. Ой, мне такое хочется. Саша, купишь? Пошли нам здесь, пока мы не заслужили. Как не заслужили? Я вчера 500 поднял за них. Чего? Наскамил. Ну они стоят, да. Сколько они стоят? 190, я думаю. Да, но они дают, да. О, вот эти. Мне нравятся, слушай. Они необычно выглядят. Это бесплатные. А сколько они стоят? Спроси. А чем они? 114, 700. О, Костян, берем? Бесплатно? Или тебе фасон не нравится? Это ты же хотел. У меня есть. Сколько такая куртка стоит? Не знаю. Ты дешёвка, да? Ну, она не очень дорогая, да, дешевка. Скорее всего, нищая. Следующий. 52 тысячи, это для нищих. Ну, блин, это копейки, ебать. Купите мне тогда, пожалуйста. Пошли, покажу сапоги. Я хочу, я мечтаю о куртке Stone Island. О, нет, это, ну это дорого. Диор, ёпта. Сколько они стоят? Не знаю, они дорогие, 100 раз. Дольче Габбана, ёба. Красотища. Я не могу. Вот это. Это крокодил? Ой, это реально рысь какая-то. Слушай, это из рыси. Нам нужен самый нищенский отдел в сумме. Зимние обуви. Но я серьезно говорю, я уже понял, что я здесь покупать не буду. Я говорю, я хочу смешные цены, просто по прикол. Я не угораю. Я хочу купить обувь в смешных ценах. Чего позоришь-то? Да мне... Да возьмем нищую. Да, брат, ну я не буду в них ходить же. Они очень сколько хорошие. 20-30 тысяч. Серьезно? Да. Они можно и осенью ходить. А вот, смотри, еще. А, ну это дорого, 20 тысяч. Это очень мне такие нравятся, мокасиновые. Бери. 19 тысяч нормально, как раз. Вот эти, мне кажется, имеют. Они резиновые. Да, резиновые и теплые. Вот мне такое нравится. Они хорошие, да. Вот эти, дай, на, проси. А вот такие есть 43? Налоги. Говорят в чате, что полная х**. Ну это понятно, потому что, ну, нищая. Ну, я не понял, ну зачем полную х**? 20 тысяч покупать, но я говорю, я сейчас в смешных ценах за 5 тысяч куплю обувь. 26. 26 тысяч? А, ну я за 60 тысяч. Да, 26 для Balenciaga, это вообще халява. Бля, вот эти нищие сандалии я бы взял. 49 нищие. Вот, да, это нищие. Подожди, дешевку, ты же не трогай, фу, блядь, это же противно стало. Реально, нищие. А вот такие вот 43 тысяч, кстати. Нет, нет. На, 43. Нет. А вот такой не будет 43? Это 44, попробуйте примерьте. Это 44, да? А вот 43. Вот 43. Ну, беленькие красиво смотрятся. Видишь, мы не почувствовали, как носки воняют. Это будет, да пофигу. Так будет очень мило. Пофигу. Кому на целый кроссовок не хватает? Присаска, смешно. Давай, суй. Да сую. О, вообще идеально. А размер? Он идеально сидит. Да, они маломерец сказали. Да. Очень хорошо. А еще что-то есть такое? Или тебе белое нравится? Я вот 44-й еще. А. Что чат пишет? Имба, фу, блин. Норм не. Ну, типа два лагеря. Да пофигу, главное, чтоб грело. Как выглядит уже второстепенная тема. Мои чего, заебись выглядит? Я про то, что можно купить за 5 тысяч. Это будет тепло. Греть тебя. Это греет? Да. О, такие... А есть еще? Сколько? Они дорого, да? Ой-ой-ой. Эти... Могу-то? Да, они будут очень греть. Ну что, брать? Под лицо все к лицу? Да, ну там скажут одни да, а вторые нет. Мне тоже нравится, как они выглядят. Тебе намного, да, приятнее, чем в ботинках в них? Намного, они очень теплые. Вот я тебе про что, есть кайф зимней обуви, полный, да? Полный кайф. Бери, говорят. Ну, посмотри, они вот так вот, они реально просто выглядят. Окей. Минус 23 тысячи, дзынь. Это уебанство. Сраные. Сломать хочется. Ну вот еще зимний. Мне кажется, Владик, если увидит сапоги за 50, он скажет, это дорого. Не будет. Мне кажется, он не будет дорогие пойти. Вот как у нас взял там за 18. Ну, если ему жестко понравится, он возьмет. Уё, Саня. О, это надо. Сколько это стоит? Это что такое? 140. Саня. А, жалко, что не открывается. А, вот, смотри. У меня такие тапки. Ой, 34 тысячи по скидке. А как ты за 60 купил? Когда я их покупал только на дропе. Это моя первая. Слышите, это моя первая покупка в сумме. Я ни разу в сумме ничего не покупал. Ну слышите, 23 тысячи для зимней обуви, это обычно. Ну если что, в авиапарке вот эти паленые уги стоят ровно столько же. А вот смотрите еще. Валентина. Но они холодные. Хуже выглядят. Просто язычок, вот все, снег сюда чистится. Потому что это для понтов. Тебе нравится? Нет. Просто. Да. У меня хуёвый вкус. У тебя, да? Такой хуй. Резина стоит 30 это тысяч. Потому, Наташа резина. У Наташи резина? Диор. 90 тысяч. Да я еб***ь.
Анти, нет вас. Скажешь. Нет. Антимузыка, а эти нет. Их заказали в интернет-магазин. Но так как, нет, смотрите, но так как правило полупарок у нас и его еще не забрали, клиент паре приобрести здесь, в торговом зале, здесь и сейчас. Приобретаю. Ну смотрите, там нужно время будет подождать, чтобы сколько? Там сделали ноги, то около минут 40. Ой, ой, блядь. Долго? Не будете гулять? Очень долго, мы нам уезжать надо. А никак не... Ускорить? Ну, может быть, и быстрее это будет, но я не могу обещать. Они мне очень понравились. Просто я возьму ваш номер телефона. А, Влад приедет покупать. Давайте, да, да, оформим. Хорошо. Так стыдно, что я вот так вот с ним захожу. Хотя, блядь, что стыдно? Вообще, я обычный человек. Почему должен быть стыдно? Потому что тут, типа, да хуй, богатые люди какие-то важные. Да мне на их мнение вообще. Что это самый лучший магазин Москвы, самый дорогой. Мы берем то, что есть размеры просто, а не то, что нравится. Ну, выбора нету, блядь, ну что за бред? Привыкай, ты где живешь? Поэтому я в магазинах одежду и не покупаю. За 9 тысяч. Скажи. Гортекс? Но они не промокнут точно. Их не жалко. Нет. Они же холодные. Саня, это то же самое, что ты в этих. Эти хотя бы теплые. Эти ну, промокают. Пусть. Когда снег заваливается, и все. Очень красиво, ну, Саша. Ну, это... Ну, прям именно жених. Не то, что вот эти, ну, женские явно видно. Вот эти розы с девочками носят. Так, еще... нога хорошо. Через 20 лет нормально. Пишут, чтоб ты съебался. Это да. Пишут, это не я. Я припомню, он дизлайки поставлю. Да он меня на кепку заставил. Смотри, вход! Это дверь. Что? Это дверь? Что? Да. А что он сделал? Я шапку. Мы пришли случайно две кепки, он их себе забрал. Реально? Да. Да. Серьезно? Да, я продал. Уходи отсюда. Уже устал в этом магазине. Дорого выглядит, но так колхоз, посмотри. Да, это колхоз. Кристиан Диор, у меня сумка Кристиан Диор. Я так-то дорого одет, но я выгляжу как бомж. Типа, ну, у меня ну, это 3,5 тысячи стоит долларов. Футболка – это стиль, это Янтага мерч. Штаны Сико – это Ян Коннора мерч. Это Монклер и Палм Энджелс и Монбота – это тоже. Типа, я так-то дорого одет. Очки Диоры. Я одет 1700. Мерч злого бесплатно. Штаны с, джинсы с Алиэкспресса 1000 рублей. Ага. Джорданы бесплатно, убитые в хлам, потому что мне их подарили. Носки, вот единственное, что я сам купил. Термуху Анька мне купила. Эти трусы мне тоже Анька купила. Все. А, и вот и на мне футболка, мне ее подарили. Я бы вот эти себе клянусь взял, вот эти очень жестко выглядят. Сколько, почем? 130. А вот эти, ты, сколько стоят, которые твои? 110. Ебать! Чисто кроссовки как кабан. До такого мы реально еще не дросли. Нет, каждый может купить, но просто это нерационально. Покупать в конце зимы ботинки за 100 тысяч. В конце зимы, кстати, да. Это просто пи***ц, я так угораю, когда смешно. Это Gucci Balenciaga. Это вот именно, ну я даже не понимаю, вот это же никто никак, ну я не знаю, кто это может купить. Люди, которые купят деньги, которые не шарят, типа, но почему тогда это продают и это покупают? Я не знаю, Гуще, это уебанство. Это типа вот рынок прям. Я хочу модную куртку. Курточка Stonic – это моя мечта. Пойдем. Как миссия Alcom. Или CP Company. Хочешь, я тебе давай мы скинемся тебе на куртку. Не, пойдем, не надо, взять. Не надо, не давай. Надо, не надо. Хозяйский подгон. О, как у меня ботинки, которые я уничтожил за две прогулки. Я их посмотри, за сколько купил. За 70? Да, походу, я не сейчас помню просто. Можешь толкнуть. Я просто не помню, я в таком состоянии. О, подожди-ка. Но... Выглядит как по... Как о, внутрь, подожди. Ну, по цене... Внутрь, сказал, прыгни. А там именно мама трогается. Ой, как в киске. Стой, стой. Он защупывает. Сколько? 26. А, ну это недорого. Они выглядят уебски. Мишлен. А, это машина. Это машина. Они, значит, очень теплые. Только на Алёше нормальная куртка. Вот это точно отмена? Нет. Это она забила. Вот эти какие-то. Вот эти две хорошие. Зеленые вообще выглядят. Не, мне вот это больше нравится. Либо вот это. Вот, я вот эти вот предлагаю. Да. Какой хочешь? Это анараки, что ли? А, это анараки. Фу, нет. Блин, забиваки. Я сейчас не собираюсь брать. Я тебе купил. Нет, ты не надо. О, вот это жестко. Вот это хорошо выглядит. О, это ебащая, Мэри. 7000 евро. Она маленькая. Это какой размер? Ой. Не, побольше хочется. Ну, как бичуган выглядит примерно. Хоть она богато выглядит. А есть побольше размер вот этой? Тогда эту давайте. Больше, ну типа он, мне кажется, заебись прям. А руки вытяни вперед. Выше. Теперь левую опусти. Это Shadow Project. Да нам похуй.
Давайте, Я просто не понимаем в этом суть. Мы не шарим. Давай. Да сними ты. А что ты хочешь? Ничего. Зачем снимать? В ней пойдешь сразу. Если я сейчас куплю, у меня будет депрессия дома. Потому что я 70 тысяч на куртку потратил. Со скидкой уже 30%. Я со скидкой 70 тысяч. А без скидки получается 100? Ну да. Берем. Снимай. Нет. Мы тебя отхуярим сейчас. Нет. Пацаны, нет. Подожди, что еще есть? Ну вот это Леша на вариант. А вот это не больше? Пацаны, не с ума сойду. Не надо, пожалуйста. Это очень дорого. Это меньше, мне кажется, по размеру. Да, это размер больше. Давайте померить ему. Не-не-не, та. Та. Давай, ты уже как бить. Давайте эту. Нет, стой, Костян, ну не надо. Да ладно, один день. Пацаны, я понимаю, что вы братья. Один раз зовем. Мы братья, ну пацаны, ну не надо, давай, пожалуйста. Перебивайте. Ну слышите, Рома? Пацаны, ну блядь. Ну ёбаный рот. Я сам себе могу ее позволить, но просто это слишком дорого для куртки, блядь. Костян, ну не надо. Я тебя отвлекаю. Сань, ну хуй занимается, ну 70 тысяч для куртки, это пи***ц. Ну мы скинемся. Да ну я сам себе могу ее купить, но просто я не буду. Зачем? 70 тысяч, это очень дорого. Надо, надо. Чат говорит, надо. Сколько она? 73 со скидкой. Угу. А 76, 150, извиняюсь. Ну пацаны, блядь. Ну пацаны. Мы же не заставляем тебя покупать. Ну мне не... Ну что это за хуйня? Носите на здоровье. Че? Уже поздно. Сосите на здоровье, ты сказал? Да. Че ты? Хоть кто-то будет в куртке. Да. Не дрявый пока что. Бля, вообще драная проститутка именно, а не куртка. Ничего. Да за***л ты. Один день бурмалды и все. Чтобы мы могли вот так прийти и просто кому-то что-то понравилось, чик и все. Зато минус одна ачивка в жизни. И ты еще теплее будешь. Теплее. Это ебучая твоя куртка, она холодная. Теперь мне стрёмно в ЦУМ заходить. Я не хочу в этой бичевской куртке заходить. А он же так сказал. Да пизделся. Все хватит. Кента депрессия из-за куртки. О, она еще с лямками. Не, сейчас... Да. Да, сразу есть. Нет, стой, в лямки сначала. Мы, знаешь, это выглядит, как будто мы бомжа привели. И лучший день в жизни бомжа делает. Он так одевает, знаешь, неловко, нелепо. Не, она очень хорошо выглядит, если честно. Если бы, ну, было бы говно, я бы навряд ли решился, но она реально хорошо выглядит просто. Знаете, что я всегда говорил про дорогую одежду на стримах? Что? Что это просто пизд. Здорово. Ты понял, что мы? Что вы? Купили его. У меня такой же вопрос. Поздравляю. Yes. Ёп. А что, сапоги в итоге выбрали что-то? Ну вот варианты. Ну тебе надо правда брать, Гараж. Ой-ой-ой. Так-то Владик. И на саночках, на саночках. Давайте круговорот добра сделаем. Какой? Я тебе их покупаю. Не, ты еще сумму скидываешь Саньку за то, что он оплатил куртку. Не, да не надо, Лёха. Что за круговорот? Да не. Лёх, вот ты заработаешь через пару месяцев большую сумму. Купишь нам машину. Купишь нам. А пока ты не можешь. Ой, я Феррари, Лёш. Что значит заработаю? Я могу себе позволить себе... Да, блин, Лёх, ну по сути, нет, ты можешь купить, но позволить ты себе не можешь. Ну, рационально. Да. А вы что, и можете что ли? Да. Ладно, базар зиру. Ничего, когда она откинет, нахуй охуеет. Чё ты там пиздишь? А? Шепчет что-то. Надеюсь, чат у вас, у всех будут, или уже есть такие же друзья, как у меня. Настоящие друзья, блядь, это вообще пиздец. Мне ни разу в жизни такой никто такие подарки не делал. Я всю жизнь мечтал о куртке хорошей. О брендовой куртке. Брендовая куртка. Максим, что мог себе позволить, это за 10. Не, я говорю, вот эта куртка с сапогами, которая у него, она будет очень красивая. Он вообще из Катари. Я в ней кататься сегодня не буду. Я в машине оставлю. Я вот это. Смысл? Он Валентина. Да, я в Диоре катаюсь. Я Валентина за 300 тысяч куртки. Ее выдрал уже. Ну вот, я то же самое. За 300 куртки я катаюсь нормально. Забей, ты что? Ты теперь на ганге. Мне ее жалко. Ну, понятное дело, ты ее штуку купил. Но она для этого и нужна, чтобы ее уничтожить. Я чуть трахнуть. Вещи покупают для того, чтобы их уничтожить. Ну куда сейчас? Ой, ребят. Выходим и забегаем две брючек в тачку. А сапоги? Может это?
Да блин, ну сколько их считать еще? Ну, пойдем спустимся, то Бенручу еще потом соло проспадим. На самом деле, вот Владик правильную вещь сказал. Чего? Типа, что за отношения? Чел заказал себе онлайнах, а ты типа пришел в магазин, и они такие, окей, тебе продадим. А прикинь, чел ждет типа ботинки. А ему отменят. Я даже не подумал просто об этом, это пиздец красиво. Ну это их правило, брат. Нет правил, ты если делаешь онлайн-заказ, ну как такое, это просто отношение человеческое.